Обзор по паре австралийского доллара к американскому доллару, часовой график. Хотя в пятницу в основном наблюдался рост котировок, стоит отметить, что за текущие две торговые сессии восходящая динамика является слишком непродолжительной по времени. И если посмотреть на историю, то есть за последние несколько торговых недель котировки продолжают двигаться в диапазоне цен, отскакивая от линии поддержки и сопротивления. Тем самым стоит отметить, что для открытия позиций следует дождаться пробития сопротивления 76.43 для покупки, то есть закрепления дальше после этого пробития с потенциалом исключение прибыли у верхней границы диапазона, в котором торгуется данная пара 77.10. Для продаж желательно дождаться именно пробития поддержки 75.05 с дальнейшей фиксацией цен у уровня 74.50. Данный уровень является минимумом диапазона, в котором торгуется данная пара достаточно долгое время, а именно минимум 13 и 14 сентября. На сегодняшний день не ожидается выход данных по экономической статистике США, хотя стоит обратить внимание на то, что завтра в первые часы американской сессии выйдут данные по протоколу заседаний Резервного банка Австралии, что может привести к дополнительной волатильности в ночное время.